За дело будущего тверские ученые-изобретатели получили премию губернатора за достижения в области науки и техники. 15 наград нашли своих обладателей. Среди них как студенты, так и коллективы ученых с мировым именем. Подробности о лауреатах, а также о размерах премии рассказывает наш корреспондент. Премии присуждены за результаты в исследованиях, научной деятельности, за оригинальные разработки. Направления тоже разные. Гуманитарные, техника и технологии, медицины, естественные и социальные науки, сельское хозяйство. Немаловажное, кстати, направление в наше время считает аспирантка Тверской сельхозакадемии Анна Юдина. Ученая вместе с семьей перебралась из города на село, завела хозяйство. И встал вопрос, как повысить молочную продуктивность коров. Именно на эту тему и были проведены исследования. Мы повысили удой животных и повысили их продуктивное долголетие. Для продолжения исследования и работы просто нужно будет работать с животными. Но мне, как врачу, необходимо определенное оборудование. У меня в хозяйстве работает мой супруг, главный зоотехник. Мы будем делать все для процветания. Среди гуманитариев одержала победу в номинации «Студент года» магистрантка Тверского госуниверситета Юлия Бабаева. Девушка учится на факультете иностранных языков и особое место в круге интересов занимает синхронный перевод. И очень приятно, что заслуги мои были оценены по достоинству. Мотивация, потому что это позволяет двигаться дальше, стимулирует к дальнейшим каким-то исследованиям, к изучению этой темы дальше. Отличились своими высокими результатами не только гуманитарии. Молодой ученый в области естественных и точных наук из Твери разработал новые магнитные материалы и технологии их применения на деле. Наш коллектив занимается именно физикой магнитных явлений и разработкой новых материалов магнитных как для постоянных магнитов, так и функциональных. И как раз-таки вот за эти разработки была присуждена премия губернатора в этом году. Важность вклада тверских ученых в развитие науки не только для Верхневолжья, но и для России в целом, отметил и глава региона, вручая представителям науки заслуженные награды. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил 2021 год годом науки и технологий. Это подчеркивает важность труда ученых и исследователей для развития нашего Отечества, для укрепления авторитета России как великой научной державы, обладающей огромным интеллектуальным и техническим потенциалом. Наука в современном мире имеет абсолютное значение. Именно от уровня научного и технологического развития зависит конкурентоспособность нашей национальной экономики. Награды получили коллективы ученых за первые, вторые и третьи места. К слову, за победу премия составляет 250 тысяч рублей, за второе место 200 и за третье 150. Для студента года это 50 тысяч, а для аспиранта и молодого ученого 100. Как рассказали журналистам победители, премии они намерены потратить на дальнейшие исследования.